Европейские воздушно-десантные войска сегодня, 2 августа, отмечая 93-ю годовщину со дня образования, стартует мотоколонна по городу Иваново в честь праздника. Слава ВДВ! Ура! 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 Мы выполнять летим приказ. Никто, конечно, кроме нас, в любое время и погоду, в день и час. Старшина, поздравляю всех военнослужащих и служивших в воздушно-десантных войсках с 93-й годовщиной воздушно-десантных войск. Ура! 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 Растворимся в синеве, во всей стране, по всей земле, на суше, в небе и в воде. Значит, сегодня, как обычно, у нас уже традиция, на сквере десантника мы собираемся, ветераны. Утром мы прошли по военным городкам, поздравили военнослужащих, десантников. А сейчас уже ветеранами, всеми жителями Ивановской области мы здесь отмечаем праздник. На праздник, посвящен патриотическому воспитанию молодого поколения. Здесь будет выставка оружия, солдатская каша, возложение цветов, митинг. Что поправит Аксельбанк. Соня, здесь можно поесть настоящую солдатскую кашу. Гречневая каша и тушенка. Вот такая вкуснятина. Идем пробовать. В серебряном крыле. И улыбнувшись, растворимся в синеве. Итак, основной парашют Z-10. Запасной Z-5. Все. До встречи. Ура! 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 Ура!